against the wall, too acquainted with the feeling. Like it lost the mark, find a way if I'm willing. Only fear God, not spreading this lost children. Price on my head, exploded a few trillion. Suicide missions, whatever I'm feeling. I'm built different, cruise with no ceiling. Sun shining on me, boy, I'm indifferent. Go! Boa tarde. Pode ir. Оце чудо. Компанія Спітек. Що робить, а? Такі маленькі тракторці. Комбайни. Ось красень. Синьоокий. Мадара. Алло? Новий культиватор Мадари. Ролеровий. Мадара має свою сівалку, бач? Супернова. Hello. It's Italy brand Supernova. Yes. Italy. The brand is VSD. The model of the machine is Supernova. Ah, okay. It's direct seat, yes? Argentina? Yes, yes, like Argentina. Маленькі тракторці. Ні, він там. Наше місце, так, коли це було? І то стояло все порядок. Да. Оце італійський бренд, тоже знімемо, ну, з того, з дрона. Це тут буде якась компанія, яка бетон продає. Сівалка Супервальда. Да, ринок наутільних сівалок в Болгарії зростає прям. Шаленими темпами. Так, Беднар презентує монодискову сівалку. In this anchor protection. Yeah, but if you see, like a doorstep, second floor. It's a little bit lower. This protection is next to the edge, okay? This is this edge from the other side. Yeah. If this edge is on the other side, it will start to stick here. Start to stick like something yes, a little bit bigger, yes. Like a surface. Yes.
сівалка Horizon. Все пневматичний натиск, те, що в наших умовах пообривається, анкер старої конструкції. Гідравлічний прижим. Вот это видео, вот это китон, он прижимает, а вот это вот защитная шторка. Это шторка, да, чтобы да. Зерно не вылетало из борозды. Да, а смотри, где сила то нападает на зерно. Воздух. Больше воздух, больше, да. Может, при положении надо регулировать. А если мало воздуха? Да, 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 да. Что тогда? Если мало воздуха, зерно? Если мало воздуха, вы закрываете, если много воздуха, открываете. Это можно вы регулируете его вот ряды, допустим. У вас идет на компьютере, вы видите, какой-то ряд меньше зерна идет. Вы чуть-чуть закрыли и пошло больше зерна. Поняли? Да-да-да. Когда закрываешь, больше зерна идет. Да-да-да. Больше и если диаметр большой, тяжелое зерно. А, тяжелое. Вакуума. Вакуума, да-да. Если вы сеете траву. Траву надо. Тогда увеличивается. А если полгода я помогал, потом ты увеличаешь. Да, давай. Полгода я помогал, потом ты я помогал, на кстати, пора. А второй бак будет сеять прямо с семенами туда. Можно два, можно разные, можно одно и то же, просто разные дозы. Если вы с семенами, то небольшая доза стартовая, вы добавляете. Она берет уже базовая доза, большая, 200 кг.